Всем, ребята, огромный привет. Наша сегодняшняя очередная прогулка. Снимаем мы сегодня в городе Москва. Это проспект Мира. Здесь станция метро как раз проспект Мира. Обратите внимание, какая вот слева, какое слева здание очень крутое. С такими балкончиками. На них такие стоят деревья в клумбочках большие. Ребята, в общем, смотрите, подписывайтесь на канал обязательно. Ставьте лайки. Меня это очень мотивирует. Пишите комментарии, кому не трудно. И будем снимать очень много интересного контента. На самом деле, я могу сказать, что на YouTube очень много вижу роликов с прогулками, но чем больше вы меня поддерживаете, тем больше я могу дать вам эксклюзива. На самом деле, я могу снимать не только прогулки, а мы можем снимать какие-нибудь интересные закрытые здания. У меня есть возможности показывать вам какие-то такие, ну не то что рум-туры, ну какие-то экскурсионные, типа интересные моменты в плане зайти в какие-то необычные места. А сегодня мы начинаем этот ролик с прогулки на проспект Мира. Я сейчас, на самом деле, мы перейдем на ту сторону. Это станция метро проспект Мира. Я покажу, как она очень красиво оформлена. Мне безумно нравится этот интерьер, дизайн. Этот сталинский ампир, я фанатею от него. Да, еще раз обратите внимание, какой крутой фасад дома. Так, пойдемте. Что-то торгуют. В подземном переходе палатки. Сейчас мы сегодня будем заострять внимание на фасадах, на деталях. Мне такой теплый, приятный вечер. Сейчас обратите внимание, как оформлена станция Проспект Мира. Посмотрим то, что мне нравится, я вам покажу. Безумно фанатею от этой станции. Вот, обратите внимание, как выполнена станция. Огромные колонны в виде колосьев, подсвеченные. Очень безумно круто. Сталинский ампир вообще просто обожаю. Представляете, как все это делается раньше? Зайка. Так, ну хорошо, выходим, начинаем нашу прогулку. Это была у нас станция Проспект Мира. Давайте обратим внимание, посмотрим еще, в каком году она была построена. 30 января 1952 года. Вот так. Так, а мы сейчас выходим на проспект Мира и двигаемся в сторону центра. Ой, ребят, простите за ветер, если шумно. Погоду не заказывал.
Холодно, да. Да, кстати, интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, из каких городов вообще меня смотрят. Не поленитесь, пожалуйста, мне очень интересно, любопытно, кто вообще откуда меня смотрит. Ну и, конечно же, лайки, которые будут продвигать меня, мотивировать, снимать вас более интересный контент для вас. Иду, на самом деле, достаточно быстрым шагом, чтобы быстрее ближе к центру добраться. Вот, обратите внимание, справа какой дом. Вот трехэтажный, который. У него крыша такая необычная, там скульптуры на крыше. Фасад очень круто оформлен. Девы, да, наверху сидят. Простите за ветер. Так, а это мы сейчас будем с вами пересекать Садовое кольцо. Кончается проспект Мира. Ну, обратите внимание, надо. В 57 году в честь международного движения «За мир» и связи, проходившим в Москве всемирно фестивале молодежь студентов. Вот так. На заметку вам.
Есть хочу. Ребята, сели аккумуляторы, пришлось заменить. Обратите внимание, какие стены старинные. Мне кажется, это 80-е года. А может 70-е, 60-е, неизвестно. Белокаменные. О, смотрите, какая впереди пробежка. Мне, конечно. Бегуны. А вон у кого с дыхалкой послабее.
или у кого имеется лишний вес. Давай, давай. Слева, слева, ребят. Посмотрите, какое безумно красивое здание. Голубое, белое. Так, ребята, это у нас... Сейчас мы дошли до Лубянки, до Лубянской площади, видно. Станция метро Лубянка впереди. Тоже, по-моему, отстающие.
знаешь, можно забыть где твой дом, но забыть где мотор невозможно. Так, теряюсь, я пошел, тут музыка играет. А мне не очень бы хотелось, чтобы YouTube просто банит за такое. Так, ребят, я, наверное, буду сейчас говорить, если будет музыка играть. Так что не обессудьте. Ну, чтобы я не забанил. Пишите комментарии, не забывайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это я типа так пытаюсь сделать фоновое такое шумоподавление. Так, блин, а тут везде музыка, ребята. Нужно где-то идти в другие места, чтобы нас не банили. Сейчас, давайте пройдем. Здесь ветер сильный. Thank you.
дедуля исполняет. Ребят, спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, пишите комментарии, будет очень приятно. И ждите следующих прогулок. Всем пока!